На выставке в Казахстане мы участвуем первый раз. Хочу сказать, что в принципе впечатлены. Вот, нам нравится уровень, как организована выставка. И официальная часть, и неофициальная. Вот, организаторы поработали очень хорошо. Мы здесь осваиваем новый рынок для себя, потому что мы из Беларуси. В принципе, есть живой интерес. Наша продукция уже установлена в Алма-Ате, торговый центр Москва, при помощи наших партнеров. Вот. И чувствуем огромный потенциал, потому что изделия у нас достаточно инновационные. Их недавно начали как бы в Европе применять. Вот. И мы видим, что приходят запросы из Казахстана, из разных регионов, Астана, Алма-Ата, Атырау. Вот. Есть востребованность, поэтому мы, собственно говоря, здесь на выставке и участвуем.